данный момент сегодня привезли недостающие насосы. По графику где-то все будет смонтировано 10 мая. И будут проходить испытания по поводу устройства и отделки подъездов, переделки подъездов, потому что подъезды были сделаны практически все. Сейчас будут местами перекрашивать и потолки также перекрашивать. Это все будет сделано в мае, до конца июня мы предоставим документы для сдачи. Все, что касается документально, мы заказали экспертизу на дом. Мне сегодня она уже пришла в черновом виде, я просто не успел открыть. Мы ее предоставим в стройнадзор. Те изменения, которые были внесены по проекту, также проектировщики переделывают, и мы вносим в экспертизу. Вчера первые документы на доп. Экспертизу были сданы. Это для сдачи в номер.